Ленин. Его образ навсегда вошел в сердце и память миллионов людей на нашей планете. Каждая черта его живого облика драгоценна для современников. Почтовый блок. 108-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. На конверте погашенным штемпелем первого дня. Цена одного комплекта 79 копеек. Союз печать. 1978 год. Почтовый блок. 109-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. На конверте погашенным штемпелем первого дня. Цена одного комплекта 79 копеек. Союз печать. 1979 год. Владимир Ильич Ленин произносит речь перед фонографом для записи на первую советскую граммофонную пластинку. 22 апреля 1970 год. Штемпель, почтамт, город Орджоникидзе. Польская почтовая карта. Краков, 1970 год. Столетие со дня рождения Ленина. Польский конверт с маркой и штемпелем первого дня. Румынская Народная Республика. Почтовый конверт с маркой и штемпелем первого дня. Почтовый конверт, издание Министерства связи СССР, цена двух конвертов 1 копейка. Посвящено столетию со дня рождения Ленина. Краков. 10 мая 1970 год. Международная почта. Чехословацкая Народная Республика. Город Прага. Почтовый конверт со штемпелем первого дня и с маркой 22 апреля 1980 года.